Добро пожаловать на наш канал Airgun Media, и сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет от немецкой фирмы Zigzaur ZIP-226X5. Пистолет поставляется в картонной коробке и дополнительно упакован в пластиковый блистер. В комплект поставки входит документы к пистолету с инструкцией. И сам пистолет. Накладки рукояти выполнены из пластика. Затвор и рама пистолета выполнены из металла. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, работает только с предварительного взвода. Также имеется функция blowback, которая имитирует отдачу. Предохранитель разобщает ударно-спусковой механизм. Затворная задержка и флажок для разборки неподвижны. Снизу под стволом имеется планка вивер для установки тактических фонарей либо ЛЦУ. Для того, чтобы снарядить магазин, необходимо на рукояти нажать на кнопку извлечения, открыть крышку и установить пули калибра 4,5 мм. Магазин конвейерного типа и вмещает в себя 20 свинцовых пуль. Ствол на пистолете нарезной, выполнен из оружейной стали. Для установки баллона необходимо отодвинуть рычаг и установить в корпус рукояти 12-граммовый баллон. Прокол баллона осуществляется путем закрытия рычага. Пистолет снаряжен и готов к стрельбе. Проверим работу автоматики, а также какую скорость пистолет выдает через хронограф. Данный пистолет является пневматической репликой пистолета Zigzaur P226X5, который используется элитными подразделениями ВМС США и ФБР. Как видим, в среднем пистолет выдает около 105 метров в секунду. Благодаря нарезному стволу пистолет выдает хорошую кучность, и подойдет он для целевой стрельбы. Данный пистолет сертифицирован до 3 джоулей, следовательно, приобрести вы его можете как в интернет-магазине с доставкой на дом, так и в розничных магазинах сети Airgun. Промокод, который мы оставили для вас в описании, вы можете использовать при оформлении заказа и получить скидку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.